Добрый день, меня зовут Сергей Ковалев, я эксперт команды приключений. Сегодня я хочу поговорить о выборе скальных туфлей. Но выборе скальных туфлей не для тренировок по скалолазанию, не для лазания в болдерном газале или на скалодроме, а о выборе скальных туфлей для длинных мультипичевых восхождений, например, в Крыму или в любом другом горном районе, где вы будете совершать скальное восхождение. Очень часто на наши программы горной школы в Крым приезжают люди, которые тренировались до этого в зале в городе, и они привозят с собой скальные туфли, в которые они ходят на тренировки дома. Ну, как правило, это какие-то агрессивные скальные туфли, асимметричные, которые идеально подходят для прохождения сложных маршрутов на болдеринге или на скалодроме. Но, к сожалению, они совершенно не подходят для лазания в течение нескольких часов по маршрутам из 10-12 веревок. Больше того, человек, который совершает восхождение в таких туфлях, мало того, что не получит, скорее всего, удовольствие от этого восхождения, он еще и травмирует ногу, потому что на следующий день вполне могут начать слазить ногти, и человек просто не сможет одеть эти скальные туфли на распухшие ноги и продолжить занятия. Поэтому я настоятельно рекомендую выбирать для длинных маршрутов, для участия в горных школах в Крыму скальные туфли с классическим рисунком, максимально комфортные. То есть, ну, это может быть, например, для спортивного Митас из золотой серии. Туфли идеально подходящие для длинных маршрутов. Больше того, я рекомендую обращать внимание не только на колодку этих скальных туфлей, как, например, вот скальные туфли Evolve, но и на размер. Потому что часто продавцы в магазине рекомендуют брать скальные туфли на размер или на два меньше, чем вы носите обычную обувь. Это идеально для тренировок на скалодроме и для лазания по сложным коротким скальным маршрутам. Но для восхождения такие туфли не подходят абсолютно. Когда вы выбираете скальный туфель для восхождений, обратите внимание, чтобы колодка была максимально естественной, если так можно выразиться, и размер скальных туфлей должен позволять вам находиться в них несколько часов, не снимая их. То есть, по сути, вам необходимо брать скальные туфли размер в размер, так как вы носите кроссовки. И тогда на восхождении вы получите и удовольствие, вы будете чувствовать себя комфортно, и вы сможете совершать эти восхождения каждый день в течение там, недели или 10 дней, не травмируя ваши ноги. До встречи в горах. С вами был Сергей Ковалев, команда приключений Alpindustrie.